Здравствуйте. Вот что касается дорог, вот сегодня 25-й день, поменялся опять подрядчик. То есть вот я вспоминаю дороги в том году, как чистили, вот колея была, как в этом году, то же самое. Хотелось бы, конечно, списать на снег, на стихии. Но, ребята, какая к черту к стихии? Вот как дороги не чистили, так и не чистят. Вот сколько надо еще вот этих ДТП, сколько надо еще разбитых машин, сколько надо смертей, чтобы наконец стали чистить дороги, кто мне скажет? Это что должно произойти, я не понял. Это почему у нас вот так творится? С кого спрашивать? С подрядчика? Или с администрации? Я считаю, что в первую очередь администрация, правительство должны нести ответственность за дороги. Мы, как простые водители, мы платим налог. Потом с нас еще 3 шкуры за бензин дерут. И мы ездим вот по этим ухабам, бьем свои машины. Я считаю, что это неправильно. Я думаю, со мной согласятся все водители. Можете считать это как простое бла-бла-бла, но я еще раз говорю, я буду отстаивать. Сегодня же сделаю замеры, напишу заявление во всевозможные инстанции, чтобы привлекали к ответственности всех ответственных, кто должен чистить вот эти дороги. В частности, я вот говорю про Ашинский район, именно вот про город Сим. Вот я в Симе засниму, напишу заявление, и, ребята, я не знаю. Дерзайте. Еду на работу. Проезд только через нижнюю дорогу, так как перекресток перекрыли. Запрещено ездить через перекресток. Нижнюю дорогу перекрыли. Как ехать на работу?